Всем приветики. Здрасте, здрасте. В Москве снег с дождем. 4 градуса. Печальная картина. Печальная картинка. Был на пробах. Ездил на Мосфильм на пробы. Да. Я думал, уже все. Кино, как говорится, это. Надела маску, сделала прививку и легло спать до весны. Вот. Нет. Так что посмотрим. А вдруг? Да? Так, всем привет. Здрасте, да. Настроение такое, знаете, умиротворенно, спокойное. Знаете, когда как бы принимаешь неизбежное, вот, что осень, что снег с дождем, и понимаешь, как говорится, ну толку ты будешь по этому поводу там расстраиваться. Вот. Один фиг не сядешь на самолет и не улетишь куда-нибудь в теплые края. Ну, потому что, как бы, вы же понимаете, да, сейчас куда-то лететь. Вот. Здрасте, Минск, привет. Привет, Казахстан. Как там у вас дела в Минске? Все еще митингуете? Вот. Через 300 метров вернусь. Все еще Тихановск атак. Да. Что ты тут мне подсказываешь? Кто ты тут? Что ты мне здесь говоришь? А, это мне... Я не выключил навигатор. А он мне рассказывает, куда ехать. Наивный. Я знаю, куда ехать. Уже знаю. Да. Сейчас. Завершить. Да. Да. Все правильно. Навигатор. Да, он. Она. Вот. Это не он. Это она. Да, здрасте. Слушайте, ну, так вот по новостям. Минфин предложил на 10%. Значит, в общем, на 10%, ну, это выражается как бы там в увольнении там порядка 100 тысяч там служащих, там сокращение там по питанию, по обмундированию, там по выходу на пенсию, там по многим, короче, вещам. Ну, в общем, короче, Минфин ничего лучше не придумал. Вот, сократить, значит, на 10% финансирование вооруженных сил. Ну, просто вот хочется сказать, браво, блядь! В то время, когда в стране по периметру находятся просто натовские войска со своими холопами-прихлебателями в лице там Прибалтики, Польши, Грузии, Украины, понимаете? Вот. Китайцы готовятся к войне Европейском Союзе. Отрабатывают там, короче, учения проводят на случай ядерной войны. Риторика в США уже, как говорится, краев не видят уже, как говорится, да? Минфин решил сократить финансирование армии. Ну, то есть, знаете, две вещи. Начинаешь сомневаться в адекватности этих людей, которые там, как бы, да, сидят. Или же в том, что они вообще российские граждане, а не какие-нибудь засланные шпионы. Да если бы вот реально, если бы я был президентом, я бы просто после такого предложения Минфина в полном составе бы министерство это арестовал бы, вот, отправил бы в подвалы ФСБ для того, чтобы узнать поподробнее, что они имели в виду и кто, собственно говоря, их на это надоумил. Вот. Вообще, я, честно говоря, я когда услышал, я сначала даже не поверил, думаю, да ну нафиг, бред какой-то сивого мерина, думаю, как, чего, как, что, тут увеличивать финансирование армии необходимо, мы стоим на пороге, там не сегодня, завтра война, вот, а они на 10%, ну то есть или шпионы, или дураки, вот. Думаю, что, скорее всего, шпионы. Шпионы-дураки. Привет, Краснодар. Здрасте. Можно, пожалуйста, привет? Можно, привет. Да. Не, ну вы сами вот, ну вы вдумайтесь на секунду. Денег у них нету. Ну, хочу сказать, ребята, ну как-то поскромнее, урежьте бюджеты, я не знаю, введите прогрессивный налог на богатых. Везде в Европе он работает, у нас, видите ли, это будет не работать.
Вот. Пугают тем, что богатые уедут. Куда они уедут? Они здесь деньги зарабатывают. Куда они уедут? Куда? Их там это арестуют, отберут деньги, по миру пустят, как говорится. Там не церемонятся с русскими олигархами. Вот. Они здесь деньги зарабатывают. Да они поворчат, поскрипят, будут платить прогрессивный налог и это. И все будет нормально. А то, блин, не, как армию резать, на, так они как бы да, а как налог на богатых ввести, так они как бы нет. Ну вообще, я в шоке на самом деле. Внимание, добивается внимания взрослого дяди. Не понял, к чему это. Привет, Омск, здрасте. Здрасте. Вот. Я вообще в шоке, я под впечатлением просто, мне в голове не укладывается. 15% уже что? Выдвинули предложение. Вот. Выдвинули предложение. Да я не знаю, я бы на месте Путина ноги бы им оторвал. Здравствуйте из Швеции, здравствуйте. На кого пробы были? Да нам не вникай там. Были, короче. Вот. История для второго канала, мало чем отличающаяся от всего, что я до этого снимал. Вот, и снимался. Вот. Так что так вот. Единственное, что может быть в Ростове будем снимать. В Ростове-на-Дону. Привет, Чечня. Ялта. Привет. И снова из Ялты привет. Знаете, вот честно говоря, когда произношу Ялта, сразу ассоциация такая, да, солнце, море, там, вино, там, золотая осень, красивые женщины. И хочется сказать, знаете что? Да не пошли бы вы, а! У меня вон снег с дождем идет, а тут такое, привет из Ялты. Издеваетесь, да? Русланчик передает привет. Ну, аналогично Руслану тоже. Где звук? Без понятия. Какой? Здравствуйте, отличного настроения вам. Спасибо. Уже вон из Ялты подняли хорошее настроение. Вот. Да, таким издевательским тоном таким, знаете, а пива нету. Какая погодка у нас в Сибири, снова бабье лето. Да ядрит Мадрид, да? Только в деревне Гадюкина, блин, вот в дожди со снегом идут. В Анапу на киношку? Да нет, наверное, нет, нет. Всем привет из Рязани. Здорово, Рязань. Можно привет, Настя? Ну, как бы, можно, можно вообще сразу всем привет. Давайте мы не будем сейчас тут, как говорится, дробить и персонализировать. Вот, всем привет. Вот, всем привет. Хорошего дня. И вам того же, по тому же месту. В Ялту приезжайте. Не могу сейчас. Куда? Надо бы сейчас поработать, да и потом, как бы, ну... С этим коронавирусом сейчас куда-то ехать. Вон уже наездили, напопривозили. Сегодня уже почти 17 тысяч заболевших по стране. Из них почти 7 в Москве. Звездец. Если так пойдет, я чувствую, ребята, будем мы с вами сидеть как минимум до старого Нового года отмечать. Вот. Вторую волну коронавируса и связанную с этим... Спасибо, что заметили. Да, пожалуйста. Вот. Поменьше, кстати, это... Поменьше пишите там это... Отмечайте меня. А то приходит столько сообщений. Достаточно один раз меня отметить, и я все увижу. Не надо по 10-15 сообщений мне там это отмечать. Потому что у меня такой завал потом, что я вообще не понимаю, что это и откуда. Один раз написали, я заметил, все. Вот. Короче, договорились, да? Вот. Сценарист, сценарист, который, да, написал, да-да-да, сценарист, который написал, Цыпкин, по-моему, ну не то, что сценарист, он вообще писатель, но он здесь выступал как бы, как и сценарист в «Беспринципной», да, заболел ковидом, да-да-да, вот, заболел, я как бы с ним не знаком, если честно, я с ним не знаком, на площадке его не было, или может был, но меня не было и так далее, ну да, заболел, вот, заболел. Здрасте, 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 приветики. Вот. Так что вот как бы такие дела. Если срастется, то в ноябре, может быть, буду сниматься в Ростове-на-Дону, хотят снимать. Интересно, в Ростове-на-Дону-то, в принципе, я знаю, под Таганрогом снимали. Вот, своими любимыми. Тут может интернет немножко подвисать и останавливаться, так что не бойтесь. Вот что еще такого интересного? Интересного то, что меня, собственно говоря, задело. Вот. Там мне начали выкатывать претензии по поводу там это,
конфликта в Нагорном Карабахе, то есть то, что я там высказался. Вот. Хочу еще раз сказать, что я как бы в этой истории абсолютно нейтральный человек. Вот. Безусловно, то, что там происходит, это трагедия. Вот. И трагедия для двух народов. Но я здесь, в общем-то, нейтральный человек. Я считаю, что армяне и азербайджанцы, надеюсь, я правильно сказал, а то мне столько раз написали, как правильно говорить, вот, что я, честно говоря, вот, постараюсь исправиться. Вот. Я считаю, что они должны сами здесь разбираться. Вот, сами разбираться. Потому что, ну, это реально как бы неправильно. Мне кажется, что если как бы 30 лет, там, грубо говоря, там больше даже, да, говорится, за и против. И думайте своей головой. Ну, мне так кажется. Да. Ладно, бог с ним. Все, тему закрыли, больше к ней не возвращаемся. Снег с дождем, да, слушайте, снег с дождем. Причем я еду по такому месту, знаете, такие огороды. Здесь идет гигантское просто строительство. Я не знаю, что они будут строить, что-то. Судя по размахам, тут такое ощущение, что тут целый район Москвы новый строить будут. Вот. Поэтому здесь грязище и это, и жуть, короче. Гопники еле справляются. Да. Здрасте, здрасте всем, здрасте. Вот. Что касается по прививке, ну, самочувствие у меня отличное. Ждем. Да. У вас красивые глаза. Да что вы. Ну, как бы, да. Ну что, просто повезло. Добрый день. Здрасте, 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 здрасте. Так, пешеходный переход. Никого, никого. Построили здесь этот, как его, ЦДК станцию. Ну, у нас получается как? У нас метро, и кто не знает, кто в Москве не был. Центральный диаметр. Это у нас, грубо говоря, кольцевая такая линия, электрички по ней ходят. Она практически там совпадает с рядом, ну, получается, с рядом метро, станции. Ну, то есть, получается, ты можешь зайти в метро, доехать, подняться на эскалаторе, пересесть на центральный диаметр и где-то по центральному диаметру проехать и так далее. Хорошая штука очень, очень хорошая. Электрички такие удобные ходят. И расписание прям очень часто, прямо как в метро ходят. Сейчас строят эти станции центрального диаметра в очень многих местах. Метро разгрузили, в метро, ну, народу стало на треть меньше просто. Вот. Запишите эфир, плиз. Да как получится. Я-то чего? Я-то записываю, иногда бывает не сохраняю. Здрасте, здрасте, здрасте. Вы прекрасно снимаетесь в фильмах. Ну, стараюсь. Режиссеры хорошие, операторы неплохие. Вот. Тут слышал, Ефремов тут подал апелляцию, просит ему там это, ну, назначить там или условно, или колонию, ну, в смысле не колонию, а колонию поселения заменить. Ну, я думаю, что вряд ли. Думаю, что вряд ли. Да. Еду, я сейчас еду домой, в принципе. Я был на пробах, еду сейчас домой. Да. Хорошо.
Большой Москва вообще останется как строят небо не видно. Да нет, почему? Не-не-не-не-не. Вы ошибаетесь. Строят много, много строят, много что-то перестраивают. Честно говоря, вот честно говоря, да, поднадоело. Ну, прям сказать, что прям уж небо скоро видно не будет. Не-не-не, это вы немножко перегибаете. Вот. В Москве достаточно много каких-то таких абсолютно брошенных, пустых промзон, на которых на самом деле непонятно, что творится. Какие-то мутные личности, какие-то фирмочки, фирмульки, склады, какие-то, блин, орды гастарбайтеров и так далее. Не-не-не, это надо все приводить в порядок. Если это нафиг сносить, если это как бы надо приводить в порядок и так далее. Тут я, в общем-то, вот согласен абсолютно с Собяниным в этом вопросе. Тут другой факт очень интересный прочитал, сейчас будете смеяться. Собянин, значит, заявил, что, значит, количество гастарбайтеров в Москве сократилось на 40%. Ну, во-первых, я бы, честно говоря, поспорил бы с господином мэром, это раз. Но следующая новость, она просто эпическая. Это, значит, отчет МВД Москвы и Московской области, значит, за полугодие по количеству, значит, преступлений, там, изнасилований, там, разбойных нападений, убийств и т.д. и т.п. там, с наркотиками там связано и так далее. И что вы думаете? За последние, там, грубо говоря, полгода сократились преступления где-то на 40%, а где-то там на 15, 20, 30% и так далее. И задаешься вопросом, а не связано ли это падение преступности в Москве и Московской области с тем, что 40% гастарбайтеров покинули наши с вами благословенные места? То есть, как бы человек, который в состоянии сопоставлять, думать, да, и делать выводы, задается этим вопросом, таким, как вот я. То есть 40% гастарбайтеров свалило, и в то же время резко за это время падает преступность. Так хочется спросить, дорогие товарищи, а нахрена нам такие гастарбайтеры? Нахрена они нам-то такие гастарбайтеры? Вот. Судя по тому, что происходит в Европе, ну, там имеется в виду с отрезанием голов там и так далее, хочется задаться вопросом по поводу вообще нашей иммиграционной политики. Нам-то как бы, ну, зачем такая политика иммиграционная нужна? Ну, то есть, по большому счету, нормальных, вменяемых людей, специалистов, которые к нам приезжают там, ну, как правило, в основном из Средней Азии, там какие-то там единичные проценты, все остальное это люди, которые, ну, там, что называется, из разряда принеси там, да, там, принеси, поставь, иди не мешай, вот. То есть возникает вопрос к иммиграции в целом. Да, там, хорошо, что она у нас трудовая. Ну, там, вышел там срок работы, да? Или плати, продлевай, или уезжай. Но, если честно, я не совсем, как бы, да, там, уверен в качестве этой трудовой иммиграции. Я считаю, что... Причем, мне нравится, как тут же начинают, буквально следом же начинают выть бизнесмены о том, что у них нехватка рабочих рук, что вот там отток и так далее, и так далее. Хочется сказать, конечно, вы ноете, потому что у вас уехала дешевая, непрофессиональная рабочая сила, которой вы можете платить копейки, а свои профессионалы, свои люди, которые как бы, да, ну вот там понимают, знают, и делают, потому что они здесь живут, и живут их дети и так далее, они стоят дорого, и вы их не берете на работу, да, потому что, ну, там нужна пенсионное отчисление, социальные какие-то там выплаты, льготы и так далее, и так далее. Вот. Это опять-таки к вопросу, значит, о бизнесе. Вот. О бизнесе и о иммиграции трудовой. Ну, то есть, жуть, короче. Жуть. Ну да,
Равшана и Джамшут. Нет, там есть толковые ребята из них, правда. Есть хорошие толковые ребята, которые там что-то там умеют, там их подучить туда-сюда, и они там соображают. Ну так они же сразу начинают денег больше просить, понимаете? А наш, как говорится, там москвичи там, или из Подмосковья человек сидит там, как говорится, да, там последний хрен без соли доедает. Потому что ему зарплата там в 10-15 там, тысяч, понятно, не нужна. Потому что у него там семья, у него там, там квартплата, да, у него там в магазин сходить, как бы там продукты купить, не один хлеб там жрать с дошираком, да, вот, и так далее. Понятно, что нужна зарплата минимум 35, минимум 35. Это при условии, что там еще жена, допустим, работает и получает хотя бы столько же. Вот в чем дело. Конечно, поэтому надо перестраивать. Поэтому, когда вот заходит разговор о поднятии, допустим, там минимальной оплаты труда, да, какой вой поднимается по этому поводу. А это, между прочим, да, стимулирует к тому, чтобы нашим рабочим платили больше. Ну, то есть, получается, что по большому счету и этим же гастарбайтерам, да, нужно платить тоже больше. Ну, потому что в любом случае надо отчислять какие-то там, ну, там, да, налоги. Поэтому я считаю, что минимальная оплата труда нужно поднять там тысяч там до 30, допустим, 25, да, чтобы, грубо говоря, стало выгодно просто-напросто легально брать, ну, россиян работать. Вот и все. Вот и все. И усилить как бы в этом плане контроль, Это раз. И потому что они же все официально работают, понимаете, у них бумажка есть. Потому что они как бы сами хотят, ну, эту бумажку получить, чтобы, ну, их не выгнали, не депортировали, вот. И, естественно, те, на кого они работают, вынуждены им платить минимальную там оклад труда, вот. То есть, если его поднять, получается, что эти ребята не нужны. Нет, нужны выборочно кого-то там бы брать, но, видимо, не хотят. У вас не объявляет карантин? Нет, какие-то ограничения ввели, но в целом карантин пока не объявляют. Они не могут себе позволить это, понимаете? Не могут себе позволить карантин ввести-то очередной. Ну, первый-то карантин, он боком вылез как. Посмотрите, куда доллар они опустили. Они же доллар опускают для того, чтобы, как говорится, ну там, больше рублей, что называется, можно было напечатать. И заткнуть как бы дыру в бюджете. У нас-то дыра в бюджете. Почти в 1,5 триллиона рублей. Это сумма большая. Ну вот. Так нет, ради бога, я ж не говорю, что это, что они невыгодны. Выгодны, выгодны. Вопрос в том, что надо просто понимать качество этих гастарбайтеров. Вот в чем дело. Я исключительно только за то, чтобы это были профессиональные люди, которые ответственно относились бы. Ответственно бы относились к тому, что они делают. А также, по большому счету-то, они, допустим, строят, за ними следит такой же, да, и отчитывается такому же. А в результате мы имеем то, что мы имеем. Ну, это неправильно. Это неправильно. Это раз. А во-вторых, понимаете, они здесь получают гражданство, они здесь женятся и так далее, и так далее. Вопрос как бы в том, насколько они в нашу с вами культуру, в нашу с вами жизнь будут, ну, скажем так, как это слово-то сейчас не могу подобрать, вот. Насколько они ментально, как бы, да, будут с нами в одном пространстве жить. Потому что будет как во Франции, понимаете, энное количество иммигрантов, которые там уже, по большому счету, там во Франции там уже угрожают там чуть ли не войной внутри самой Франции, самим французам и так далее, и так далее. Вот. Меня вот это беспокоит. Вот в чем дело. Насколько они ассимилируют и примут как бы наши с вами правила и законы, по которым мы живем. Не свои будут навязывать. А, да, вот правильно, интегрироваться. Насколько они будут интегрироваться, меня это беспокоит. Есть ли какая-то программа у государства интеграции этих, скажем так, бывших гастарбайтеров? Меня вот это вот исключительно волнует. Ну, в Москве практически везде гастарбайтеры работают на стройках.
Не, почему религия другая? Слушайте, мы живем вон, тысячелетия живем рядом там с мусульманами, которые там, да, наши с вами там граждане и так далее. И каждый день там с ними сталкиваемся, и на работе, и соседи по дому, и дети наши ходят в школу и так далее. Понимаете? Но мы с ними тысячу лет живем, понимаете? Возьмите там тех же там татар, там, не знаю, там дагестанцев, там чеченцев и так далее. Ну, как бы там ни было, но мы как бы в одном пространстве живем, и, в общем-то, в принципе, как бы все более-менее нормально, вот. А здесь-то, получается, немножко уже другое поколение людей выросло, понимаете? Это я понимаю, там их там дедушки, бабушки, там родители, может быть, там были в Советском Союзе, там и так далее. Сейчас прошло 30 лет, сейчас уже как минимум два поколения здесь в Москве работают людей, которые о Советском Союзе слышали так, знаете, как говорится, в лучшем случае учебники истории читали, вот. Так что вот как бы такое дело. Вот. Я считаю, что тут много вопросов, много проблем, которые надо решать, причем вот именно сама ситуация, происходящая в мире, об этом говорит. И нам нужно не просто как бы констатировать эти вещи, а конкретно принимать участие в этом процессе. Очень серьезно нужно об этом думать. Потому что мы иначе там через какое-то время там получим там, ну, возможно, большие внутренние проблемы. На фоне внешних проблем, которые сейчас как бы, да, у нас по периметру границы, нам еще не хватало вот этих внутренних проблем. Так нет, они все вежливые ребята, вы понимаете, в чем дело? Они все вежливые ребята, ведут себя довольно-таки скромно и так далее. Но сейчас, как я еще раз повторяюсь, Собянин заявил, что примерно 40% гастарбайтеров за вот это время, пока пандемия и так далее, уехали из Москвы и Московской области. А следом сразу идет информация о том, что криминогенная обстановка в Москве и Московской области улучшилась. По некоторым направлениям, там, грубо говоря, преступлением точнее, там, до 40% там упала преступность, понимаете? И там дальше перечисляется, там, изнасилование, там, 37%, там, преступления, связанные там с наркотиками, там, 28%, там, грабежи, там, на 13%, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, как бы, ты задаешься вопросом, а как это связано? Тихие, спокойные, вежливые, да, конечно. Конечно, но факт, цифры же говорят сразу же о другом. Ну, то есть получается, что среди этих вежливых, спокойных и так далее, да, есть энное количество людей, которые делали статистику до этого по преступлениям. Я просто, ну, как бы думаю, я сопоставляю просто одно с другим и делаю вывод. Вот в чем дело. Как вы относитесь к бодипозитиву? Очень позитивно. Особенно если, допустим, бодипозитив, там, допустим, от трешечки и выше, я прямо тонкий ценитель, искусствовед. Вот, могу даже выступать экспертом, приглашайте. Люблю забавные вопросы. Здрасте, здрасте. Да. Что-то как-то пошло тут как-то по-английски. Вот. Вы знаете, я английский знаю на уровне допроса офицеров и солдат НАТО, поэтому давайте по-русски, как бы, да, если есть возможность. Или латинскими буквами, но по-русски. Вот. Да. По одному невежливо, когда до кучи собирается. Да. Ну, понимаете, как дело? В принципе, любое стадо, оно всегда опасно. Поэтому нужно, как говорится, всегда быть начеку. Да. 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 Вот. Ладненько, хорошо, все, на таком позитивчике. Криминал ушел на карантин. Криминал поехал к себе в кишлаки и аулы, а какое-то количество ушло на карантин. Безусловно. Вы верите в абсолютно верную статистику? Вы знаете, в чем дело? Человечество на протяжении тысячелетий пытается как бы там считать, да. И поверьте мне, у меня есть знакомые, которые работают в этих статистических агентствах, они вот реально ошибаются на 2, максимум 3% погрешность в, ну, там, в одну или в другую сторону. За тысячи лет
власть, имущие и так далее, научились считать. Поверьте мне, вот они научились считать. Есть приемы, есть формулы, есть целевые группы и так далее, и так далее. Поэтому, да, я допускаю, что цифры, которые нам статистически приводят, что они очень близки к тому, что это так и есть. Вот правда, правда. Это целые институты работают, это огромное количество людей работает в этом направлении и так далее. Потому что если не умеют считать, да, то грош цена такой конторе, такому государству и т.д. и т.п., да, как бы вы сами понимаете. Все. Всего хорошего. Привет, Армения. Да, ну все, закончили. Наш вы Кашпировский. Да, главное, чтобы у вас, как говорится, где надо затянулось, где надо рассосалось. Все, да. И главное, чтобы исчезли трупные пятна. Вот. Всего хорошего, будьте здоровы, берегите себя. Пока-пока.